4. Я скорее бегун. Откуда такая страсть к тренировкам? А чем еще заняться? Попробовать найти другой путь с острова. Других путей нет. Если были, я бы знал. Нельзя же просто сидеть и ждать, пока Файерс нас убьет. У меня есть идея. Если ты пойдешь в лес и наберешь там побольше бамбука, ну, мы сможем построить лодку, как ребята с острова Джиллиган. Она не работает, сломалась во время крушения. Ты пытался ее починить? Я лучше ломаю, чем чиню. Мой отец был пилотом. Аппаратура у нас была своя. Знания авиаппаратуры передаются по наследству? Нет, я помогал ему, и мне нравилось. Научился разбираться. Попробую заставить его работать. Тебе надо тренироваться и готовиться к неизбежному бою. У меня больше шансов радио починить. Надеюсь, тебе нравится барбекю. Не развалишься от благодарности тому, кто 6 часов на дереве сидел ради обеда? Что? Отлично, потом поем. Который день бьешься? Передохни. У меня получится. Конечно, когда рак на горе свистнет. Да ты шутишь. А звук почище можно? Я не знаю. Я вообще не понимаю, как это вышло. Продолжаю сближение. Борт 365. Терплю бедствие, терплю бедствие. Это клинохвост 325. Пилот и пассажир на земле. Борт 365. Полоса свободна. Номер 27 правая. Ветер. 270 градусов. 10 узлов. Повторяю. Пилот и пассажир на земле. На острове Лиан-Ю. Прошу немедленной эвакуации. Полоса свободна. Номер 27 правая. Борт 365. Они нас не слышат. Связи нет. Мы в ловушке. Если они нас не слышат, то какой тогда смысл? Стой. Польза еще может быть. 0500 часов до отметки. Развертывание чисто и громко. Это Файерс. Я влез на военную частоту. Ссыла на маршруте. ИТА 0600 часов. К юго-западной бухте. Связь, когда ссыла выйдет на позицию. Файерс, отбой. С кем говорил Файерс? Я не знаю. Похоже, не с острова. Может, его прикрытие. Гораздо важнее, кто или что есть ссыла. Ссыла и Харибда. Это Одиссея. Одна из 4 кошмарных глав. Ссыла — это чудовище. Надо с ним познакомиться. Я что, один потащусь? Что? Что там? Ты был прав. Ссыла чудовище. С-300, русская модель. Зенитно-ракетный комплекс. Может поражать целые сотни целей на обалденном расстоянии. В смысле отсюда. Они могут как самолет сбить, так и войну начать. В одной из этих ракет радиус поражения 2400 километров. Мы с места не тронемся, пока не поймем, что задумал Файерс. Дай-ка угадаю. Он задумал устроить кому-то ататат? Будь одна ракета, был бы ататат. Но это... С этим можно войну начать. Но с кем? И какая разница? Надо остановить Файерса, пока он не убил тысячи невинных людей. Здесь же куча солдат. Даже если мы прорвемся через них, мы же не сможем утащить целую систему ПВО. А кто сказал, что надо что-то тащить? И какой план? Засада?
Невозможно. Нам не убрать всех шестерых. Кто-нибудь позовет на помощь. Было бы здорово собрать их в одном месте. Ты прав. Эй! Я поймал нарушителя возле периметра. Это Уилсон. Ты убил моих друзей, сукин сын. Я собираюсь убить еще. Разложи под установкой. Давай побыстрее. Подкрепление появится в любую секунду. Будем у установки через минуту. Закладывай заряды и взрываем. У меня есть идея получше. Ты что делаешь? Вынимаю монтажную плату. Компьютеры без нее не работают, и эта штука тоже. Рычаги. Твой план. Ты и говори. Файерс. Мистер Квин. Я догадался, что услышу вас. Монтажная плата у нас. Вы совершили серьезную ошибку. Пока мы говорим, мои люди прочесывают остров. Когда они найдут вас, то убьют. И, боюсь, медленно. Если ваши люди нас убьют, вы не получите плату. И после этого у вас останется только уродливое произведение современного искусства. Что вы предлагаете? Сделку. Понимаю. А что же вы хотите взамен? Я хочу выбраться с острова. Простой обмен. Ты даешь нам путь с острова, мы возвращаем монтажную плату. И пусковая установка перестает быть мебелью. Вы серьезно выросли, мистер Квин, признаю это. Я могу достать вам лодку. Но нужно время. У тебя есть час, Файерс, иначе ты никогда. Что? Мы понимаем, что на поиски лодки уйдет больше часа. Мы имели в виду, что тебе стоит шевелиться. А, Уилсон, все командуешь, да? Я думал, твой зверек устроил бунт на корабле. Просто достань чертову лодку. Господа, добро пожаловать. Здорово, что мы пришли к соглашению. Зажибись, меньше слов. Давайте уже разберемся с этим. Как угодно. Ближе к делу. Монтажная плата. Где она? В безопасном месте. Дай нам лодку, и мы скажем тебе, где она. И, конечно, не соврете о ее местонахождении. Я бы соврал. Но у этого какой-то пунктик насчет принципов и честности. Как я и полагал. И посему у меня есть контрпредложение. Видите? Нет! Ты вернешь мне монтажную плату, или я убью дочь Яо Фея. Нет! И мы останемся здесь. Не думаю, что ты возьмешь на себя смерть невинной молодой женщины. Не с твоими принципами. Отпусти девчонку. Сделки не будет. Очень хорошо. Убить ее! Нет! Нет! Come on.
неожиданный поворот. Огонь! Держись! Держись! Спасите ее, ну же! Я только задержу вас! Бегите! Уходите! Вы должны уйти! Идите! 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 Слейд? Монтажной платы нет. Черт, Файер сыграл с нами. Пока он водил нас за нос, его люди обыскивали весь лес. Теперь ракетная установка работает. И он не собирался отпускать нас с острова, я понял. Конечно, он не собирался вам помогать. Он не допустит, чтобы вы предупредили материк о его планах. Она знает английский. Только знаешь что? Никто из нас понятия не имеет, что у него за планы. Я знаю. Хорошо, этому ты меня научишь. Только если покажешь, где нож. Кто научил тебя драться? Отец хотел сына. И получил. Осторожней. Сила натяжения 75 кило. Пальцы сорвутся, прилетит по лицу, глаз может выбить. Она права. Ты пока недостаточно силен. Еще раз. Знаете, это очень здорово, что вы такие крутые. Но вам не кажется, что стоило бы придумать план, как остановить Файерса? Или, я не знаю, спасти твоего отца? Он всегда так ноет. Сегодня, считай, совсем молчит. А драться умеет? Я пытался. Успехов мало. Вообще-то я тут. Но пока не пыталась я.